Сейчас мы с вами будем отрабатывать короткую подачу с приемом. В паре и в миксте подача и прием – это 50% набранных вами очков. Внимательно, как мы подаем короткую подачу. Мужчины у нас, если вы тренируете микс, вы должны подавать вот отсюда. Ключевой фактор подачи, чтобы она начала падать раньше, чем перелетит на ту сторону. Если валан имеет фазу подъема, перелетая на ту сторону, больше шансов, что вам его обратно прям туда же и воткнут вниз. Откуда он вылетел, туда же и воткнут. Валан должен где-то здесь набрать максимальную высоту над сеткой и дальше начать падать вниз. Раньше партнерша всегда вставала только слева. Неважно от подачи, она приседала на левую ногу и стояла вот так. Сейчас по-другому все встают. Сейчас, если вы подаете справа, она у вас чуть левее встает. Вот представьте, что я буду девушкой. Стой. Парни подают прямо на девушку. То есть она вот здесь сидит у него, вот здесь посередине, чтобы ты туда и туда успеть. А парень прямо вот над ней подает. Он так встает, вот здесь вот спина девушки, как бы, ну и все остальное. И вот он над ней прям подает, понимаете, как бы, и все, и девушка сразу. Все это не так удобно, мне кажется, но многие сейчас этим занимаются. Смотрите, у нас есть три вида подачи. Один используется, я вообще никогда не использую вот эту подачу. Вон туда. Вообще никогда не использую. Если вы будете подавать туда, валан настолько долго летит, что он вам вот этим прыжком туда вколотит, вы даже как бы хорошо не подавали. У нас основные две точки подачи. Вот этот вот тетрадный листочек, мы вот сюда складываем. Нам нужно подать либо вот в этот уголок в центр, вот сюда вот, в крестик прям подать. Встали, вытянули руку как можно дальше, вот сюда в крестик, вот он, тетрадный листочек, четко лег. Но самая лучшая подача – это в ногу. У вас есть принимающий, который стоит, левая нога впереди, если вы правша, правая сзади. Смотрите, какой принцип. Туда неудобно, надо будет идти не очень удобно. Туда удобно прыгнуть. Если вы подойдете сюда или сюда, будет удобно принимать человека. Если вы подойдете в ногу, человек, идя вперед, на эту ногу впереди стоит, идя вперед, не знает, как к нему подойти. То ли так, думает. И это проблема всегда. В ногу это самая лучшая, часто используемая подача. Все, устали, вы на приеме левые. Я прицелился вам в ногу, да. Неизвестно, что там будет дальше. Естественно, ваша подача не должна вылетать больше, чем за тетрадный листочек сюда. Вы стоите приблизительно все любители вот здесь. Поэтому, сами понимаете, что если вы подойдите вот сюда, по дальности от линии зоны, вот сюда, это практически хоть и в ногу в человека, но это получается ему ровно на шаг отсюда. А если ваша подача полетит, вы стоите вот туда к линии, то человеку придется идти тянуться, и он наверняка пойдет снизу. Потому что так далеко отсюда прийти сверху успеть, нужна высокая стартовая скорость в ногу. Чем ближе мы вот сюда вот подойдем к этой линии, тем лучше. Поэтому встаем, сейчас по 10 подач, 10 подач, 10 приемов, так по 2 серии. Встаем и пошли вот. Теперь по поводу приема. Радик, иди, встань, пожалуйста. Я, конечно, не пойду вперед туда. Покажите. Не пойду вперед туда, да, по поводу приема. В паре и в миксте запрещено отбрасывать с подачи, по идее. Потому что тот, кто играет в атаке, тот 80% успеха. Вот этот прием вообще считается запрещенным. Дается время вот здесь, и у нас точки приема. Либо если сюда я должен принять по кратчайшей траектории сюда, вот здесь его встретить, срезать. Китайцы там в 50% случаев, насколько ты бы хорошо сюда не подал, лучше плохо подать. Потому что плохо, у него есть шанс ошибиться. А так они 50% на блатык или так, что ты сюда приходишь и тык тебе соплю. На приеме. Тык тебе соплю. Она тыкается в кромку и переваривается. Все. Прием вот сюда лучше. Вот в эту точку. Называется мертвая зона. Потому что подающий у нас, тот, кто подает, отвечает за всем, что перед ним. Вот эти боковые точки, это уже не подающие. И вот и получается мертвая зона там. Этому человеку, если он чуть дальше встал, туда уже не добежать. А этот вообще на него идти не должен. И, конечно, если плохая подача, самый лучший прием это все-таки либо добить, либо продавить заднюю линию. То есть за счет того, что вы прижимаете людей туда вдаль, вы вдвоем можете продвинуться вперед. Представляете, вы отсюда играете кому-то, а он там издалека пытается. Все равно выиграет тот, кто вот здесь будет стоять. Я подошел. Я поставил сначала руку с валаном на вытянутую. Видишь, я чуть-чуть. Да. Потом подставил к нему ракету. Внимательно, мы будем подавать не вот этой вот части. И вот эту часть не будем подносить, иначе мы никогда не сможем отработать. Коротким движением пальцем
Мы будем подавать вот этим вот уголком, который нас и толкнет рыболанчик туда. Чем нежнее вы коснетесь, тем контролируемее будет эта обработанная подача.